Ко дню независимости в военном институте сил воздушной обороны подвели итоги года. Лучшие сотрудники и курсанты были отмечены руководством учреждения. Праздничное мероприятие посетила наша съемочная группа. Сотрудники военного института сил воздушной обороны собрались в актовом зале, где были обсуждены итоги года. В военном институте в этом году мы приняли новые самолеты. Л-410 называется военно-транспортный самолет. До этого мы в основном специализировались на самолетах Си-299, безопасность летного состава и качественное исполнение боевой задачи во многом зависит в последнее время от беспилотных летательных аппаратов. Поэтому наше государство основное внимание сейчас уделяет на подготовку специалистов. С этого года разрабатываются дополнительные программы по подготовке военных моряков. В ходе мероприятия были отмечены лучшие сотрудники и курсанты военного учреждения. В числе поощренных Вадим Щучкин. Я служу в данном учреждении уже более 7 лет. Рад то, что именно сегодня отметили мою службу положительным образом. Что хочу сказать. Кто-то должен тянуть эту лямку. Хочу сказать, чтобы люди не боялись идти в армию, служить. В военном институте сил воздушной обороны более чем созданы условия для воспитания и службы. Для воспитания подрастающего поколения, имеется в виду будущих офицеров, курсантов летного батальона, инженерного батальона, военно-медицинской роты. После церемонии награждения мероприятие продолжилось праздничным концертом. Зарина Удба, Самат Каликенов, телеканал Актобе.